дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы убили Гидру и нашли новый путь через лес. То есть я так понимаю, что нам даже можно было не покупать вот эту печать. То есть мы с другой стороны запросто прошли бы. Но с другой стороны, купив эту печать, она у нас уже многократно окупилась, потому что мы прокачались вот на этих ребятах крайне неплохо. Ну ладно. В принципе, еще, короче говоря, мы приняли ковенант новый. Теперь мы лесные охотники. И сейчас мы пойдем в Блайттаун. Будем таким образом отделываться от предыдущего ковенанта. Там у нас есть богиня паучья, которой, кстати говоря, сказали, что если жертвовать человечность, то в итоге она нам даст что-то хорошее. Так, подожди. Но, короче говоря, мне это не нужно, поэтому все, что мне от нее нужно, это убить ее и в результате получить Firekeeper Soul. Что-то странное с мечом. Раньше с одного удара их убивал, теперь с двух. Может, его починить надо? Или просто совпадение? Два раза подряд не убил с первого удара. Ой, промах. Вот теперь нормально. Так, как мне попасть в Блайттаун? А, я все вспомнил дорогу. Так. Сейчас чихну. Ой, будь здоров, спасибо. Forever alone, как пишут некоторые. Короче говоря, первым делом мы сейчас ходим в Sands Fortress. Просто я там попробую, как вообще по зубам мне местные змейки, нет, которые раньше меня разбирали только так. То есть с одного-двух ударов убивали. Так, у тебя, кстати, не продается ли теперь большой титанитовый осколок? Ух ты. Подожди. Я правильно понял? Он мне предлагал... Подожди. Для чего мне нужен этот Лард Чембер? Сейчас давайте-ка почитаем. Что-то он предложил мне с помощью него делать или просто попросил себе. Так, где он вообще? Тут похоже. Вот. Я что, шары долблю? Или где ты? А, вот ты. Divine Ember. То есть уголь для кузнеца. Он типа оружие будет лучше теперь прокачивать. Ну давайте, ладно. Давай. Так, а теперь... А, вон он, подожди, вот теперь открылся. Так, теперь я могу у Чагатану. Блин, у нее, конечно, урон капитальным образом снижается. Или подожди. Или теперь магический урон еще на 111. Я не совсем разобрался в этих иконках, но, по-моему, это так. То есть, видите, у нас теперь урон 91 плюс 117. Слушай. Это, по-моему, прекрасно. Так, ну давайте. Давайте. Как бы мне не просрать свое лучшее оружие? Подожди, ну-ка. Я лук тоже так могу сделать, что ли? Хо! А, ну у меня пока что хватает осколков, конечно. Так, и надо прокачать, кстати говоря... А, это Grass Crest, это Spider Shield. Мне свой обычный щит нужно прокачать, который вот мой крест щит, с которым я сейчас хожу. Он прокачивается с помощью Twinkling Titanite. Отлично, у меня его есть. Хорошо. Так, и теперь я не могу с ним еще что-нибудь сделать. Так, подожди. Блин, что-то я путаться начал. Вот. Вот оно, Михалыч. А, подожди, мне же еще починить теперь надо оружие. Вот. Блин, неплохо прокачал, надо сказать. Так, чинимся. Фальчион чиним. Хотя я не помню, чтобы я его ломал.
Ладно, все починим, короче говоря, в итоге. Перчатки что-то вообще неплохо так разломало. Окей. Так. То есть теперь моя Учигатана бьет огнем? Или как? Или это специально как-то надо делать? Или что это мне вообще дает? Аттюнмент? Не знаю, я, похоже, пока не разобрался просто. Так, ну-ка. Сложно сказать. Не догнал пока. Потом разберемся, короче говоря. Теперь давайте сходим к змейкам. Ну, я одну змейку только убью пока. Я пока не собираюсь идти в Sands Fortress. Я пока планирую пойти в Blight Town. Ну, я уже говорил. Вообще, возможно, всю эту серию займет дорога. Потому что очень много нужно наверстать. Очень многое вспомнить. Там ловушки эти. Давай, иди сюда. Ох. Что-то надо сказать. Учигатана меня пока не сильно радует. То есть она стала гораздо меньше урона наносить. За исключением случаев вот этого блидинга. Но я, конечно, его запинал, но с прежней своего Учигатаны я бы это сделал гораздо проще. Я чего-то не догоняю или как-то я ее неправильно модифицировал. То есть модификация на ней теперь есть. Вроде как магический урон она теперь наносит, но он не наносится. Чем мне со всем этим делать? Как? Ладно, хрен с ним. Короче, жду комментариев, ребята. Я, конечно, думаю, они опять дня на 3 на 4 запоздают, потому что я сегодня опять порцию серии снимаю. Это третий уже за сегодня. И не знаю, сколько я еще его сниму. Но как бы там ни было, хорошие советы, они всегда нужны. Так, ладно, сейчас мы идем в Файрдинг Шрайн. Оттуда идем New London Ruins. И оттуда идем через Аллею Драконов, то есть долину, как меня правильно поправили. Масло масляное, заговариваюсь опять. Как меня поправили. Короче говоря, оттуда мы идем в Blight Town. Ой, блин, я его даже с одного удара не убил. Что-то у Чигатана вообще никак еще стало. Не понимаю. Может, теперь определенным типом врагов я буду больше урона носить. Потому что этим я даже, по-моему, на первом уровне у Чигатаны больше урона наносил. Не знаю. Пока что я расстроен. Ну да ладно. Серьезно ослабилось оружие. Сложно сказать. Зачем я... Ай, хватит ныть, короче. Я думаю, это мне в будущем даст хороший результат. Но пока что что-то... Или может мне сейчас аттюн нужно сделать у костра? Сложно сказать. У меня три спелла. Эх, нафиг. Я им пользоваться все же не умею. То есть у меня просто статы для нее неподходящие. То есть, видите, он аттюнмент 10. Совсем мало. Я могу, конечно, экипировать, скажем. Так, подожди. Как тебе экипировать-то? Блин, я что-то совсем все забыл. Сюда, короче говоря, ставишь руку. Только у меня она сейчас...
Это пофигу, короче. Я все равно магией никогда не пользовался. Единственная игра, в которой мне магия доставляет, это... Diablo 3 Beta. Вообще, в Diablo мне всегда было интересно пользоваться магией. Так. Где там у нас... Сейчас надо вспомнить, где мне говорили. Там находится второй Firekeeper's Soul. То есть я помню, где он, но как туда попасть... Там такой коллектор был, а внизу бегали огнедышащие собаки. Вот там я в свое время погиб, я там был отравлен. Кстати говоря, меня правильно пугали за то, что... ругали за то, что я путаю токсин с ядом. Тут это разные вещи. И я от одного пытался лечиться другим. Это было, конечно, неверно в корне. Так, подожди. Куда я приехал? Мне не сюда нужно. Мне нужно вон туда. Так, да, вот сюда. Блин, что самое печальное, то что сейчас вот здесь нас ждут трое привратников, очень сильных, которые меня очень часто убивают. И при этом у меня очень слабые чикатаны, я их сильно это с трудом убивал. Давайте-ка мы пока ее поменяем на фальчион, он по крайней мере быстрый. Ой, блин, не упади только назад. Все равно фальчион мы скоро превратим с помощью души Квилак что-то более мощное. Так, ну чё, чё, ребятки, а у меня, наверное, и лук теперь более слабый стал, да? Это печально. Я, честно говоря, пока не понял, что я сделал со своим оружием. Короче говоря, да и хрен с ним. На этом оружии свет клином не сошелся, надо будет другое прокачаем. Днем. Яй-то есть. То есть та же самая чигатана. Блин, где спуск? Я забыл. Они сейчас быстрее. Нужно вспоминать. Они сейчас меня убьют, пока я вспоминать буду. Успел смотаться. Да, упади. Но. Придурок. Так, ладно. Сейчас я грибу. Да. Что-то как-то хреново спускаюсь, надо сказать. Так, пока не убили, это было бы глупо. Блин, он еще живой, что ли? Так, здесь... А, ну это для тех, кто тут ни разу не был. Так, комарик, иди отсюда. Короче говоря, пора переключаться на фальчион. Что-то я сделал не то с учигатаной. Скорее всего, я сделал что-то хорошее, но пока что я не вкурил, что именно. Пока что я вижу только, что она сильно хуже стала. Так, вот тут, по-моему, да? Да, блин, хоть брызгаться. А, вот тут дорога, понятно. Комар, ты меня достал, честное слово. Ой, увидите, да, как автоприцел с ума сходит. Так, где-то вот тут нас ждет Firekeeper Soul. И кроме того, здесь нас стреляют отравой постоянно. Не нужно забывать об этом, и нужно быть крайне осторожным. Вон она, по-моему, Firekeeper Soul. Так. Мне, в принципе, пофигу, если меня сейчас заразят, поэтому я даже особо не буду пытаться... уворачиваться, потому что я просто... У меня будет очень медленно убавляться здоровье, у меня сопротивление хорошее. И потом, когда уже я избавлюсь от этих уродов, я использую травку. Так что вот. Так, братюнь. Мне тебя никак не дадить, что ли? Да. Лук теперь просто смешное количество. Здоровье у них отнимает. Я не понимаю, что я с ними сделал. Какой-то магический урон добавил.
Так, мне бы сейчас не упасть. Я знаю местные приколы. По шагу вперед делать после каждого удара. Так, неудобно. О! Ай, блин, придурок! Ой, я совсем забыл про яд. Нет, все-таки я не исправил. У меня постоянно дикие фейлы на пустом месте. Ладно, сейчас мы окажемся на этом же месте, то есть я избавлю вас от просмотра по второму разу этих перемещений моих. Это печально, конечно. Я настолько печальный человек, что... Блин, это просто кошмар какой-то. Как я дал себя так убить. Ну ладно, короче говоря, давайте примотаем. Возвращаемся. Надеюсь, в этот раз таких фейлов не допущу больше, короче говоря. Так. Вот мои вещи. Блин, комарик сюда прилетел за мной. Ненавижу комариков. Москитов. Это скорее москит, чем комарик, по-моему. И, кстати говоря, в этот раз почему-то этого урода нет, который меня в прошлый раз отравил. Ой, блин, еще комарик летит, что ли? Ты не ко мне. Он, по-моему, на месте висит. Нет, летит. Так. Песики. Как в этом Снэч фильме. Большой куш. Песики, песики. Так. Уважаемый, ты бы вон в того прицелился? Так, хорошо. Блин. Неудобно они там стоят, конечно. Что они там делают? Вы видите, что у него? Придурки. Подвижные собаки. В прямом смысле. Блин. Мне бы их, конечно, с одного выстрела убивать. Но мой лук сильно послабил. К моего чагатана. Так, ну что, ты будешь прицел включать, нет? Что-то не хочет. А так не наведешься на них. Блин, все равно же попаду сейчас в пол. Так, ну это в минус. Блин, да, выйди маленько сюда. Похоже, придется спускаться все-таки. Но, блин, в последний раз, когда я спустился, они меня просто, как это называется, заспамили ударами. То есть где-то, наверное, ударов 10 за секунду было нанесено. Я просто, во-первых, меня быстро сдули всю выносливость, во-вторых, уже убили. Короче, за секунду убили. С этими тварями надо быть осторожным, постараться их убивать как можно быстрее, иначе хана. Блин. Лучше перестрахуюсь, лучше я их так убью, зато мне спокойнее будет. Куда нам спешить, верно? Блин, не знаю. Блин, ну чё ж геморрой, да? Все хорошо. Так, теперь там у нас еще такие были вроде бы. Да, еще две штуки. Так, ну с одной справлюсь как-нибудь. Не надо. Совсем что с ума сошла. Так, хорошо. Firekeeper Soul. Супер. Теперь идем к бонфайру, который у нас находится. Надо вспомнить где. Так, опасно, я про вас забыл. Давай, иди сюда. Неплохой фальчион. Вообще, мое любимое оружие в Demon's Souls.
Так что, в принципе, я не очень жалею у Чагатана, что у меня просралось, потому что этот меч тоже прекрасен. Да ты запаришь уже. А с Чагатаном я попозже разберусь. Либо в интернете почитаю, либо вы мне напишите, посмотрим. Так, теперь, как мне спуститься? А, мне, наверное, нужно будет... Ну-ка. Нужно будет сейчас подняться обратно по лестнице. И оттуда уже идти на спуск. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Хотя, по идее, что надеяться, я спускался уже тем путем, так что не волнуйтесь. Дорога там есть, сейчас мы по ней пойдем. Так, у нас здесь внизу можно кого-нибудь Firekeeper Soul прокачать сразу. А, кстати, наша богиня, по-моему, прокачивает. То есть мы сначала у нее прокачаем Firekeeper Soul, то есть Асус Фласки с их помощью. А потом уже убьем ее и с нее возьмем такую же. Под лицом быть прикольно. Тихо. Ой-ой-ой, придурок, куда ты полетел? Твою мать. Ладно, зато мы сейчас окажемся в Farming Shrine. Хоть какое-то оправдание будет. Сейчас мы... Блин, что-то у меня с Блайттауном никогда не было. Все в порядке. Все время падает тут. Что ж такое? Пофигу даже на душе, в принципе. Печально то, что сами по себе эти ошибки происходят. Я не знаю, почему это. Сегодня серия какая-то полна фейлов. Вот вчера, позавчера были хорошие серии. А сегодняшние прям меня печалят. Так, ну давайте тогда у тебя. Супер. Теперь у меня есть СС-фласк плюс 2. Может, теперь ты со мной заговоришь? Молчу, не. Она не может говорить, понятно. Она не то, что не хочет, она не может. Так, ну и что, давайте опять перемотаем. И окажемся опять примерно... Короче говоря, дошли мы до бонфайра этого. Я решил не рисковать, если я там еще раз упал бы, я бы себе этого не простил. Поэтому я это решил даже не снимать. Так, теперь нам нужно пересечь болото. Что самое прекрасное, это то, что с новым кольцом мы совершенно не замедляемся в передвижениях. Еще бы меня это от яда защищало, ну да ладно. По крайней мере, как вы видите, я не торможу теперь при беге. Через всякие болота... тому подобные места. По-моему, просто прекрасно. Так. Мать вашу. Как же меня Blight Town раздражает. Самая долбанная, дерьмовая локация в игре. Хуже, по-моему, нет. Хуже, по-моему, некуда. Хотя я еще не все локации видел. Кстати говоря, вон там, мне сказали, спуск в еще одну локацию. То есть там была иллюзорная стена, за ней мы взяли сундук. Там с сундуком, оказывается, была еще одна иллюзорная стена. Так, как мне пройти? Лучше вот, пожалуй, я пройду вон туда, чтобы вас не задевать. Или не, пофигу, пошли так. Рванулся. Тихо, тихо, ребята, без нервов, свои все. Пацаны свои, пацаны. Тихо-тихо-тихо, не надо. Так. Все, живем. Так, ты гонишься за мной, что ли? Не надо за мной гнаться. Так, сейчас мы пойдем убивать нашу богиню. Да, в принципе, завершим на этом эту серию. Че, ребятки? Отдыхаете, молитесь все. А я вот понял, что секта-то ваша говно. Так. Какая пакостная локация. Это просто кошмар какой-то. А как вспомнишь, что тут происходило с этой ведьмой Квилак. Это вообще было просто, по-моему, самый сложный бой пока был. Ну уж явно посложнее, чем, скажем, какой-нибудь бой с бабочкой. Это вообще смешно было. Убил ее чуть ли там не из трех ударов. Так, где у нас тут? Чё? А, пониже надо спуститься точно.
И, кстати говоря, там у нас босс. Я чувствую в себе силы его попробовать, по крайней мере, завалить. Сходить туда, что ли, пока мы здесь. Но это явно не в этой серии уже будет. Так, нет, не сюда, это как раз к нему дорога. А, ну да, что-то я испугался. Здравствуй, дорогой. Как дела? Блин, красивая баба сверху. Давай душу. Душа Файр Киперсол. Ты монстр! Наша дама, что ты наделал? Что ты наделал? Валим. Сделал гадость, сердце радость. Блин, мне натурально жалко стало, что он так расстроился. Но теперь, я думаю, они меня не любят. Совсем не любят. Но он того стоило. Теперь у нас это фласки плюс 3 будут. Это, по-моему, лучше, чем какая-то непонятная паучиха. Алло, гараж. Че не попадает-то? Ладно, пофигу. Хрен с тобой. Так, ну и чё? Чё там у нас по времени? В принципе, я думаю, давайте-ка завершать, что ли, на этом серию. Потому что в этой серии, как я и планировал, сходить в Блайттаун за двумя эстус-фласками, я за ними и сходил. Так что, в принципе, серия тоже довольно-таки удачная получилась, несмотря на лютое количество фейлов в ней. Но как бы там ни было, такая уж игра, ничего не поделаешь. И такая уж локация Блайттаун. Тут все мы умирали много-много раз. Ну, естественно, те, кто играли. Как бы там ни было, увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.